Президент Игорь Дадон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов Республики Дереком Хоганом. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений и пришли к единому мнению о необходимости углубления сотрудничества по важным направлениям в рамках стратегического диалога. Говорили также об актуальных вопросах внутренней политики республики, и в этом контексте глава государства проинформировал господина Хогана о рисках, связанных с возможной отставкой правительства. Подчеркнул, что администрация президента выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства, отметил Дадон по итогам встречи на своей странице в соцсети. Днем ранее президент заявил, что не исключает отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Ситуация, сказал он, прояснится в ближайшие дни. Правительство приняло на себя ответственность перед парламентом за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Согласно законодательству, в этом случае возможны два варианта – или парламент соглашается, или отклоняет закон. Тогда правительство считается отправленным в отставку, третьего не дано. По какому пути пойдет парламент, посмотрим, на это отводится 72 часа, сказал Дадон. Он подверг критике решение правительства об аннулировании результатов конкурса. По его словам, все конкурсы провалились или завершились безрезультатно. Так было при назначении членов Конституционного суда, директора Национального центра по борьбе с коррупцией. Также провалился конкурс по отбору кандидата на пост директора таможенной службы.